кто что должен понять, взять основного сказать и поручить. Собрались, что непростое время оставить свои дела, пришли сюда, которые ведут работу по этим укреплению дружбы между коренными народами. Им большое спасибо Максуду Исмаиловичу, который выступил, и Расулу Абулбамиевичу, нашему брату, который Расул Мухсалим, что вот так есть понимание. Этот фонд, наш фонд называется благотворительный фонд поддержки талантливой молодежи. Без старшего поколения, без аксакалов молодежи не на кого равняться. Спасибо, что вы есть, что есть в каждом народе люди такие, которые заботятся о своей культуре, о своей религии, о своей там, как бы, территории, там, это все было, то, что было сказано, это веками наши предки как бы доказали, что сохранив язык, свою религию, язык и культуру территории, мы можем существовать, дружить, понимать, взаимопонимание. Вот веками никогда у нас на Кавказе, в Дагестане, в частности, не было межнациональных конфликтов. От того, что мы там говорили, кто-то говорил, может, на арабском языке, большинство говорили там на кумыкском языке, выгодное на то время. Сейчас разговариваем на русском языке, тем не менее, если у нас есть, в первую очередь, вера, иман Всевышнему, и через это мы будем дальше понимать, дружить, уважать все народы друг друга. Этот человек в свое время сумел объединить именно все народности Северного Кавказа. Доказательство тому, что он взял жену Баутин Аджаматов, если я не ошибаюсь, как раз таки один из жен был цимирский. Женат был на то время на четырех самых влиятельных в то время владителей на Северном Кавказе. На дочери аварского хана, кайхарского смея, кабардинского владителя и племянница казакумского хана. Казакумского, да. Четыре на то время на Северном Кавказе самые влиятельные общины, их дочерей взял. И это не просто для показухи, для этого, видимо, он создал вот такой флаг северокавказский. Поэтому этот фонд не для кумыков мы создали для всего Северного Кавказа, для всей России, как можно сказать. Поэтому от имени фонда в первую очередь хочу как бы отметить почетной грамотой награждается Адзиев Расул Мутузалиевич за большой вклад в укрепление дружбы между народами Дагестана, патриотическое и интернациональное воспитание подросткового поколения, возрождение духовно-нравственных и культурных ценностей. Вот еще историческая книга «Султанмут Великий», «Тарковский и Шалхалы» и «Турки и кумыки» как раз тема, то, что будем призывать. Это к этому, дай Аллах, чтобы наши предки сумели тогда себя показать в Северном Кавказе, как бы, чтобы другие народы говорили на кумыкском. От того, что сейчас ну, кто-то будет этому призывать, к этому мы не можем прийти. Мы должны прийти, должны созреть к этому. Все народы, все люди, у каждого народа, как он говорит, дома мало кто уже разговаривает. Алхамдулилла, есть большинство, разговаривает и будем сохранять, конечно. Даже я в одном месте отметил, раньше в Северном Кавказе, как Алима, это слова не мои слова,
Акушинский Аль-Хаджи был, рахима Аллах, из Бельгежил, да. Его внук был Абдулла Аль-Хаджи Акушинского, сын Хасулла, его сын Абдулла Аль-Хаджи. Он говорил, на Северном Кавказе человек не мог считаться алимом, ученым, не зная кумыкский язык. Вот, вот такой язык был, дай Аллах, чтобы он был дальше тоже вот такого уровня. Почетным грамотам награждается Гаджиев Максуд Исмаилович за большой вклад в укрепление дружбы между коренными народами Дагестана, патриотическое и интернациональное воспитание подросткового поколения, возрождение духовных, нравственных и культурных ценностей. Спасибо. Спасибо. Еще почетной грамотой награждается Расулов Руслан Абдулганиевич за большой вклад в укрепление дружбы с коренными народами Дагестана, патриотическое и интернациональное воспитание подросткового поколения, возрождение духовно-нравственных и культурных ценностей. Снега, Турки, Кумыки. Вот так вот еще пожалуйста. Так, здесь многие, кому было как бы приготовлено почетные грамоты, отсутствуют. Иншаллах, это передадут люди, их вакили, если коренным народом было этот самый. И как бы от традиции конец года, и мы хотели отметить наших, в нашем кругу, который фонд сам по себе не может существовать без поддержки вот общественных как бы и активистов. Да, Карин Залимхан, который возглавляет из общин, наши аксакалы, в первую очередь хочу отметить вот такой же почетной грамотой награждать Вагидова Вагида Абдулмеджидовича, нашего аксакала, за тоже большой вклад в укрепление дружбы между народами Дагестана, патриотическое и интернациональное воспитание подросткового поколения, возрождение духовно-нравственных и культурных ценностей. Все. Это первая награда после пенсии. Эта книга у него есть. Я думал, уже забыли про меня. Нет, вторая награда. Какой же наградой награждается Магомед Амин? Магомед Амин Исаевич. За большой вклад в укрепление дружбы между народами Дагестана, патриотическое и интернациональное воспитание подросткового поколения, возрождение духовно-нравственных и культурных ценностей. Такой же почетной грамотой награждается Валиев Залимхан Валиевич. Почетной грамотой награждается еще наш богов, Аджаматов Багаудин Хасан Алиевич. Тоже наш активный участник этого. Еще у нас Джамалов Юсуп Саидович. Тоже награждается. Он тоже наш фонд. В принципе, все, то, что я хотел, баракалла, что пришли. Салам алейкум, ва рахматуллах.